Одну минуту. Доброе утро. Будешь? Нет, я не буду. Я тут кое-что разузнала. Где ты была, Тесс? В Вест-Энде. У нас же там клиент. Да. У нас там клиент. Ты же хотел, чтобы от тебя отстали? Дай-ка угадаю. Сделка сорвалась, клиент смылся с товаром, правильно? Сделка прошла как надо. Карточек нам хватит на пару месяцев. А что с лицом? Это уже на обратном пути. Я нарвалась на двух каких-то козлов. Пропустила пару ударов. Но отбилась. Дай сюда. Эти козлы еще живы? Ты шутишь. Хоть выяснила, кто они? Да так, парочку уродов, но это не важно. Важно, что послал их никто иной, как Роберт. Наш Роберт? Он знает, что мы его ищем. И он хочет успеть первым. Умный мерзавец. Только я умнее. Я знаю, где он. Что? Да брось ты. Старый склад в зоне 5. По крайней мере, сейчас он там. Ну так пошли. Идем? Еще как идем. Третий блокпост открыт. До комендантского часа мало времени. Надо спешить. Да ладно, правда? Мне с утра принесли повестку. Отправляют на общественные работы за кордон. Что за бред? В патрулях должны быть солдаты. Непременно им об этом скажу. А ты, Джоэл, тебя уже в патруль вызвали? Не. Ну да. Смотри, а паёк-то до сих пор не раздают. Видать, снова нехватка. Слышь, еще долго? Как только паёк привезут, открою. Ясно? Руки за голову, мразь! Быстро! Ну, сканируй! Это чист. Чист. А здесь живой. О, черт. Придержите ее. Быстро. Смотри прямо. Ладно. Держим. Твою ж мать! Заткнитесь. Считайте, что вам повезло. Вот что значит прятаться в зараженном здании. Вызывайте санитарную команду. Здесь закончили. Нужны два мешка и еще два для ящика. Так, тут вам не цирк. Идите, куда шли. Есть, сэр. Похоже, зараженных все больше. Думаю, не задержим. Значит, больше людей бежит отсюда.
возмездие и все такое. Если уступим бродягам, теперь у нас новые документы. С нами. Так что проблем быть не должно. Держись спокойно. Проезжай! Документы. Пожалуйста. Куда идете? Выходной. В гости идем. Ладно, проходите. Спасибо. Уходите, марш! Закрываем! Цыганы! Убегайте! Джоэл, уходим, давай! Похоже, все чисто. Внимание! Идем. Пятый контрольно-пропускной пункт закрыт. Твою мать! Вот тебе и легкий путь. Останови уже кровь. Теперь все пропускные пункты закроют. Нужно обойти снаружи. За стеной? Ну, или можем отпустить Роберта. Смешно. Эй, Тесс, ты это видела? Я была там. Как там восточный тоннель? Нормально. Только что оттуда. Патрулей нет. А вы-то куда? В гости к Роберту. Вы тоже? А кто еще его ищет? Марлин. Она пыталась его найти. Марлин? А зачем цикадам Роберт? Она мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду? Я не знаю, где он. Молодец. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ага, до встречи. Марлин ищет Роберта? С чего вдруг? Не нравится мне это. Надо найти его раньше цикад. Это мы? Привет, как дела? Паршиво, слышал, небось. Тут как, все нормально? Все тихо. Ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. Джоэл, помоги. А ну-ка, спокойно. О боже, ну и вонь. Выбрасывают все подряд, дышать нечем. Да, нет. Берем снарягу. Наши рюкзаки никуда не делись. Патронов мало. Ну так не промахивайся. Ну, ковбой, подсади меня. Готов? Да, мэм. Ага. Руку. Давай. Осторожно. Ну, ясное дело. Вопрос с подвохом? Давно я здесь не был. Мы как на свидании. Ты же знаешь, какой я романтик. Да уж, знаю.
Где лестница? Должна быть где-то здесь. Есть. Супер, тащи. Дамы вперед. Дамы? Это я, что ли, дама? Ну, вроде того. Сюда. Теперь вниз. Думаешь, пушки еще у Роберта? Надеюсь, ради его же блага. Если вернем товар, сбыть его будет несложно. Кстати, а когда следующая партия? Билл придет в следующем месяце. Обещает таблетки и патроны. Стой, споры. Откуда они? В прошлый раз все было чисто. Ну, взялись откуда-то. Будь а вот и виновник. Труп свежий. Тут может быть опасно. Здесь должны пролезть. Твою мать! Ты цел? Да. Тут потолок проседает. Осторожно. Тише. Сейчас. Смотри, смотри. Помогите. Маска сломалась. Не хочу превращаться. Не бросайте меня. Ты что задумал? Пошли. Перебей, слышишь? Ш-ш-ш. Что будешь делать? Ну, это все. Надеюсь. Возвращаемся в город. Зараженные пытаются проникнуть в зону. Об этом только и говорят.
Просто эти бедняги снаружи хотят жить в безопасности. Кислород. Вот за что я люблю природу. Потому что город воняет. Ну так закажи Биллу освежители воздуха. Сам знаешь, они у него просроченные. Сюда. Прикрой вход. Ладно. Доска упала. Будь другом, а? Сейчас. Ну-ка, передай мне. Она тяжелая. Справлюсь как-нибудь. Ладно. Ну вот. Все, залезай и пошли. Раскомандовалась. Уже близко. Проверим, нет ли рядом солдат. Чисто. Пошли. Закрой. Бери патроны. Ну, малыш, убедись, что там чисто. Ни солдат, ни людей Роберта. Ага. Похоже, он нас ждет. Ну, тем интереснее. Ну что, пошли. Эй, красотка, как делишки? Говорят, не есть товарчик. Сейчас, Терренс. Да я заплачу вот-вот-вот. Понял? Вот-вот. Не сейчас. Понял. Потерплю. Только не надо злиться. Ронал, купи. Тесс, давно не виделись. Ты к нам не заходишь. Что было, удар по-твоему? Да! Что это за херня? Блокируй удары! Ну, нападай ему! Заткни его, хлебальник! Другой! Куда попёрся? Херня! Надели ему задницу! Малик, купи! Сядь на него! Прости, Тесс, не знал, что вы с ним вместе. Давай! Иди! Ломи его в табло! Не подставляйся! Помочи его! Чего разлёгся? Вставай! Кто это? Старый знакомый, не спрашивай.
столько всего на фабрике сховал. Эй, полегче. Да-да. Я ищу Роберта. Он тут был? Да, недавно. Он на верфи. Туда пошел. Началось. Пропустите. Вы, ребята, разворачивайтесь и валите, если шкура дорога. У нас не с вами разборки. Нам нужен Роберт. Даже не вздумайте. Развернитесь и валите, мать вашу! Я без Роберта с места не сдвинусь. Сука! Я тебе все мозги вышибу, но задницу ты отсюда уберешь! К черту! Пригнитесь! Готов? Я тебя убью, нахрен! Я прикрою. Да. Займись ими. Ты за это ответишь. Молодец, ковбой. Ты тоже. Откуда у него столько людей? Роберт хорошо умеет обещать золотые горы. Пора с ним разобраться.